центре громкого скандала оказался экс-президент США Джордж Буш-младший. Поразил всех своим, по меньшей мере, странным поведением на траурном мероприятии. Во время панихиды по погибшим в Далласе 5 полицейским бывший глава Соединенных Штатов пустился в пляс. В этот момент он держал за одну руку свою супругу Лору, за другую – Мишель Обаму. Первая леди Америки сначала была явно смущена, затем стала улыбаться. В итоге улыбнулся даже сам Обама, который до этого стоял серьезным видом. Поведение Буша-младшего теперь активно критикуют в соцсетях, называя его неподобающим и неадекватным.